Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В этом видео постараюсь ответить на вопрос, почему плавают обороты на холостом ходу, почему обороты плавают на холодную и как причину искать. В этом видео мы объединим все те знания, которые прошли в предыдущих видео. Когда обороты плавают, говорят, троит двигатель. Если вы заметили, что ваш двигатель работает неровно, значит, есть проблемы. Откуда и как начать искать проблему неисправности? Вот и вокруг этого вопроса мы будем крутиться в этом коротком видео. И послушайте мои советы и рекомендации. Хотя я не мастер, но исходя из опыта могу дать кое-какие советы и рекомендации. Конечно, причиной троения могут быть многое, и тут все не перечислить. Но я остановлюсь об основных причинах, которых сразу стоит перепроверить. И как это сделать? Если проверили эти основные возможные причины и ничего подозрительного не нашли, значит, ищем дальше. Итак, что за эти основные причины? Как я уже много раз говорил, современные двигатели управляются бортовым компьютером. Компьютер за секунду перерабатывает, если не миллион, то тысячи информацию, которую получает из разных датчиков. И, исходя из этой информации, по алгоритму управляет двигателем, чтобы правильно он работал. Компьютер работает под строгим алгоритмом. За секунду пересчитывает тысячи данных, сверяет их к заданному величину. Если что-то не нравится, старается подкорректировать, чтобы обеспечить ровную работу двигателя. И что за эти величины, за которым постоянно каждую секунду следит и пересчитывает бортовой компьютер? Те, кто смотрят мои видео, уже знают, что эти основные величины – количество воздуха и бензина, которые в данный момент подаются в камеры сгорания, в цилиндры двигателя. Как мы знаем из школьной физики, чтобы бензин возгорался, для этого нужен кислород. Если нет кислорода, воздуха, тогда топливо не горит. Горит то бензин, это уже хорошо, но чтобы получить максимальную мощность и экология не страдала от вредных выхлопов, в камере сгорания количество подаваемого воздуха и бензина должно быть строго по соотношению 14,7:1. То есть, если, допустим, в цилиндре за какие-то секунды подается 14,7 грамм воздуха, бензин в это же время должна поступать в цилиндры строго 1 грамм. Чтобы бортовой компьютер знал в данное время, какое количество воздуха и бензина попадается в камеры сгорания, для этого и существуют датчики. Например, датчик ТМРВ. И оно определяет количество воздуха, который из улицы поступает в систему воздухоподачи двигателя. Но информация только с ТМРВ для определения количества воздуха не хватает. То есть, как воздух имеет такие физические свойства, что оно значительно меняется при изменении температуры и атмосферного давления. Значит, бортовой компьютер должен получить информацию об этих величинах тоже. Исходя из этого, нетрудно представить, какое количество информации анализирует, перерабатывает мозг автомобиля, чтобы обеспечить камере сгорания точное соотношение количества воздуха и бензина. Если какой-то датчик подвел и неправильную информацию передает в мозг, значит топливно-воздушный смесь получится плохим.
какой смес получился из камеры сгорания, это контролирует кислородный датчик, то есть лямбда-датчик, и в каждую секунду передает информацию в бортовой компьютер. Как только информация о плохом смеси получит бортовой компьютер, по заданному алгоритму сразу начинает подкорректировать поступающее количество воздуха и бензина в цилиндрах. Компьютер начинает отсылать сигналы. То заслонку дросселя приоткроет, если в камере сгорания не хватает воздуха, то давление топлива уменьшит в топливном рампе, если бензин много подается, то отключает первый, второй или иную форсунку и начинает мигать значок чек. Формируются ошибки, пропуски, воспламенения в цилиндрах или другое, в зависимости от проблемы, с которым компьютер самостоятельно не может справиться. И говорит нам, пора хозяин идти в мастерской и найти причину неполадки. Исходя из всего вышесказанного, пока мы пойдем в мастерской и там мастера будут нам мозги колбасить, предлагаю некоторые методы, чтобы мы самостоятельно смогли ориентироваться куда, по какому направлению лучше искать причину неполадки. Первое, что мы должны сделать, конечно, если есть хотя бы простой диагностический сканер. Должны присоединиться к мозгу автомобиля и определить, какие ошибки имеются. Если у вас пока еще нет сканера ОБД-2, ссылку для покупки на AliExpress оставлю ниже в описании этого видео. Второе. С помощью того же сканера проверить лямбда-коэффициент или соотношение воздуха и топлива в камере сгорания. Смотря какую программу вы будете использовать в ELM-327, об этом у меня есть видео и ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Если лямбда больше единицы, тогда в цилиндре двигателя подается больше воздуха, чем это положено. А если лямбда меньше единицы, тогда в камере сгорания подается больше топлива. Некоторые программы не показывают лямбда-коэффициент, но если там видно, что соотношение воздуха и бензина близко к величине 14,7 к 1, тогда все нормально. Если мы будем знать, в камере сгорания поступает больше воздуха или бензина, исходя из этого у нас будет хороший ориентир. Причину неполадки искать в системе воздухоподачи двигателя или в системе топливоподачи. Третье. Открутить и проверить свечи зажигания. Цвет свечей зажигания о многом может нам рассказать. По цвету свечей зажигания можно определить, в камере сгорания подается больше воздуха или бензина. Ссылку на видео, где эта тема у меня развернута, оставлю ниже в описании. Итак, имея вот эти основные показания. Ошибку в бортовом компьютере. Лямбда-коэффициент и цвет свечей, мы уже правильно сможем поразмышлять, куда лучше искать причину неполадки. Конечно, такой метод не всегда поможет, но во многих случаях можно будет правильно рассчитать наши дальнейшие действия. Например, когда такой метод не может работать. Не может иногда, если причина в катушке зажигания и двигатель иногда моментально подтраивает, или если неполадки имеются в системе охлаждения, и еще многое. Пишите в комментариях, когда такой подход не поможет.
Ну и в конце видео просьба подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ставьте палец вверх, если что-то вы узнали полезное. И спасибо всем за внимание.